Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости канала Stones of Stone. Друзья, перед началом просмотра этого видеоролика очень вас прошу подписаться, поставить колокольчик, чтобы не пропускать дальнейшие выпуски, и оставить свой комментарий, и поставить лайк этому видео. Это очень важно для меня. Спасибо вам большое. Друзья, ну а теперь давайте непосредственно, что мы сегодня делаем. А делать мы будем сегодня очень интересную фактуру. Буду я применять такой материал, как микроцемент торговой марки Feidal. Вот, для того, чтобы эта фактура могла использоваться в таких помещениях, как ванные комнаты, кухонные там какие-то, фартухи, в общем, те места, куда непосредственно попадает влага. Вот, поэтому также можно использовать, делать данное покрытие и в душевых зонах. Так как микроцемент материал довольно-таки недешевый, я решил поступить следующим образом. Я создам непосредственно саму фактуру, подложку я создам из цементного раствора. Также можно применять и гидроизоляционные смеси, и также можно применять плиточные клея и прочие вот смеси строительные. Я создам фактуру и уже потом сверху на нее буду наносить микроцемент. Тем самым я получу довольно-таки крепкое цементное покрытие, которое впоследствии можно закрыть двухкомпонентным полиуретановым лаком и получить влагостойкую, крепкую, долговечную штукатурку с интересной фактурой. Итак, первый слой я наношу при помощи венецианской кельмы и наношу его из обычного цементно-песчаного раствора для того, чтобы уже создать фактуру, которую впоследствии я буду закрывать сверху микроцементом. Наношу рваными хаотичными движениями. При помощи макловицы разгоняю материал, тем самым убирая разные острые ненужные моменты. И после высыхания первого слоя, вторым слоем доращиваю, дорабатываю фактуру. Второй слой я наношу частично, такими пятнами на разрыв, чтобы дорастить верхушки будущей фактуры. Хочу обратить внимание, что я буду применять такой, скажем так, самопальный эванационный инструмент для создания вот таких вот поверхностей каменных. Я показывал как-то все в инстаграме, на стриме, как его сделать. Вот, поэтому рекомендую подписаться также на мой инстаграм, там бывает тоже полезная информация, и ссылку я оставлю в комментариях. Оставляем это все просохнуть как следует и сверху закрываем хорошо грунтовкой. И также оставляем на сутки, желательно, чтобы это все просохло. После того, когда поверхность высохла, тонирую ее пигментом методом распыления. Все это, ребят, я уже показывал не раз, это тонированная вода, бутылки, использую черный цвет и умбру. После того, когда наша фактура уже хорошенечко просохла, все у нас в порядке, я беру, значит, микроцемент торговой марки Feidal, фракция 200, это мелкозернистый микроцемент для финишной отделки. Микроцемент я не тонирую и кистью начинаю закрашивать нашу фактуру.
при этом нанося его, ну, практически, можно сказать, в один слой. Для создания цветовых эффектов я буду применять, тонированной водой. Использовать я буду два цвета, это черный и умбра. Затем беру еще раз микроцемент, на этот раз не разводя его, беру именно сухой, и, как знаете, вот как женщины пудрят себе лицо, вот так вот точно припудриваю фактуру, оставляя такие вот, как бы, тогда получаются интересные такие вкрапления. Вот, и после того, когда я губкой нанес еще раз сухой уже микроцемент на поверхность, еще раз прохожусь тонированной водой, там происходит определенная реакция, и получается довольно-таки интересный эффект, опять же таки, и уже сверху закрываю это все грунтовкой после высыхания и закрываем двухкомпонентным полиуретановым лаком. Еще раз проверяемся на схожесть, вроде все хорошо, нигде ничего добавлять не нужно, все вроде как бы похоже. Вот, друзья, ну вот такая вот работа у меня получилась. Спасибо всем большое, кто посмотрел это видео до конца. Друзья, еще раз прошу вас, не забывайте подписываться, оставлять комментарии, ставить лайки под этим видео и под другими видео, их тоже можно посмотреть. И всем вам хорошего дня, хорошего вечера, в общем, чтобы все у вас всех было хорошо от всей души. С вами был Дмитрий Ширяев, спасибо еще раз за просмотр, всем пока!